красота руками горожан и специалистов. Столица республики приобретает летний вид. Для специалистов по озеленению май – самый напряженный месяц. Надо украсить все зеленые зоны Чебоксар. Для этого весной готовят тонны саженцев. В столице разработана отдельная программа цветочного дизайна. В огромном перечне самые разнообразные цветы, травы и кустарники, которые должны цвести и зеленеть все лето в разных уголках города. На своем месте в этом году остался футбольный мяч с Буцы, как память о чемпионате мира, проходившем в России. Кольцо Новоюжного района украсили юбилейным знаком с цифрами 550 лет. На пересечении дорог у вокзала клумбовая композиция с неизменной стороны. Целый час. Фонтаны у ДК «Трактор-строителей» стали отличным дополнением к цветникам. Впервые в столице республики появился зеркальный лебедь. Особое оперение птицы отражается в стеклах проезжающих машин и ближайших зданий на кольце у энергозапчасти. На многих клумбах предусмотрен автоматический полив, чтобы цветочное оформление не потеряло своих красок за жаркое лето.